Ну, кстати, надо вспомнить, что, в принципе, действительно Россия себя ведет достаточно агрессивно. Вот совсем недавно даже и Швеция с Финляндией серьезно заговорили о возможности присоединения к НАТО, поскольку они боятся российских провокаций. В Швеции ловят российские подлодки, они имитируют воздушные удары по Стокгольму. Эта ситуация достаточно новая. Меня вот что беспокоит. Старожилы помнят, да и Юрий, наверное, помнит. Вы помните УАЗ? УАЗ, ну, да, была экстремистская, офицерская, что ли, разведывательная организация, тайная, бывших колониальных офицеров. А аббревиатура по-французски, да и по-русски будет расшифровываться «Армейская секретная организация», ОАС, «Организация секретной армии», что ли. То есть вот та группировка, которая сейчас пришла к власти в России, мне очень напоминает ОАС, потому что это люди, которых выкинули из Восточной Германии. Но они до сих пор вот переживают эту потерю в холодной войне, считают ее какой-то исторической катастрофой. У нас эта организация, которая пыталась совершить государственный переворот во Франции в 1962 году, это были колониальные офицеры, изгнанные из оставленной империи. И у них были как раз жалобы на то, что бросили своих, что осталось франкоязычное и французское население в Северной Африке, их бросили. То есть это очень картина, которая очень напоминает, потому что вот такая вот секта или вот такая группировка, мне кажется, сейчас находится у власти в России. Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Кремлевские офицеры пропавшей империи». Начал ли Кремль малую холодную войну с Западом? Закончится ли малая холодная война столь же бесславно для Кремля, как и война оригинальная? В передаче участвуют Михаил Бертштам и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Юрий, многие американские наблюдатели сейчас говорят, что Кремль, объективно говоря, не может позволить себе новой холодной войны, хотя бы потому, что ему экономически ничего реального противостояния Запада. Ведь Россия в экономическом смысле слабая маленькая страна, и Путин не способен за малые деньги купить большое влияние. Да, и вот в этом, может быть, мы с Михаилом частично расходимся, потому что я считаю, что Россия во всей этой ситуации вообще все-таки занимает вторичное место. Россия просто вылазит вперед и больше всех кричит и машет руками. У нее, безусловно, очень большой ядерный потенциал и армия. Но ее роль, в отличие от той роли, которая была в период Советского Союза, когда она была во главе всех идеологических войн, она отошла на второй план. Может ли она позволить себе обострять отношения с Западом экономически? Безусловно, нет.
у нее на это нет никаких ресурсов, а главное, что это непонятная цель всего этого. Вот здесь на Западе говорят, что Путин хороший тактик, но плохой стратег. Давайте уточним, что вся тактика Путина, все его тактическое мастерство, оно было сформировано в его в школе КГБ и его в дальнейшей работе. То есть он обладает тактикой ведения идеологических войн. Собственно, это единственное, что он умеет делать. Это довольно бессмысленное занятие, по большому счету. Он это делает, и как бы люди, окружающие его, которые тоже многие бывшие КГБшники, по-моему, делают это просто в большой степени, потому что это единственное, что они умеют делать. Но если задать вопрос, какова цель этого всего, то она совершенно бессмысленна. Как вам скажут, Юрий, многие американские обозреватели, он это делает ради того, чтобы как раз раздуть вот эту истерию, которая ему помогает удержаться у власти. И этого запаса истерии, может быть, может хватит еще надолго. Ну, на какое-то время, безусловно, да. Но тут есть принципиальное различие между уже интересами Путина и его клики и интересами страны, которые начинают больше расходиться в этой ситуации. Поэтому и это расхождение в конечном итоге где-то его догонит, правильно? Наверное, особенно если учесть, что Кремль вмешался в абсурдный обмен санкциями с Соединенными Штатами, не понимая, что он причиняет США булавочные уколы, а в ответ получает удары. Но кто же проиграет от сокращения дипломатических представительств? Ясно, что тогда-то санкций не будет, без изменения поведения Кремля. А нет, вот Кремль провоцирует новые санкции. Все это выглядит как-то абсурдно. Когда вы блефуете в покере, да, что вы делаете? Вы должны все время повышать ставки. Надеюсь, что в какой-то момент испугается и сдастся, правильно? Это блеф, это покерная игра. Я думаю, что она не пройдет с трамповской администрацией, с самим Трампом, с Маттисом и всеми остальными людьми. Поэтому я считаю, что это будет абсолютный проигрыш. Я не вижу в этой игре какого-либо выигрыша. Это опасная игра. Я согласен с Михаилом в этом смысле, что страна, в которой гигантский ядерный потенциал, большая армия и прочее, любые такие игры опасны, но она, с моей точки зрения, абсолютно проигрышная. Я не вижу просто никакого выигрышного варианта в этой ситуации. Профессор Бернштам, понятно, что четкого ответа на этот вопрос дать невозможно, но все-таки надолго ли хватит у Кремля финансовых запасов, чтобы держаться такой стратегии? Они ведь ведут кампанию в Сирии, наращивают военный потенциал, проводят сейчас крупнейшие, как считается, за постсоветскую эпоху военные учения. Все это должно лечь серьезным бременем на страну. Вопрос в том, может ли российское руководство, российское правительство позволить себе нынешние военные расходы, модернизацию своего вооружения и всевозможные субсидирование всевозможных захватов. В нынешних условиях резервные фонды, стабилизационные фонды Министерства финансов для покрытия бюджетного дефицита. Они поставили планку, что бюджетный дефицит не должен превышать 3% валового внутреннего продукта. Экономика находится в состоянии стагнации, значит, от экономического роста им ждать дополнительных ресурсов не приходится. Значит, если цены на природные ресурсы будут сохраняться на нынешнем уровне, и они смогут пополнять или поддерживать свой бюджет при помощи стабилизационных фондов, то какое-то время в течение нескольких лет, подчеркиваю, нескольких опасных лет, они действительно могут, чисто арифметически, они могут себе это позволить. Давайте поставим вопрос более резко. Может ли Северная Корея позволить себе весь этот авантюризм и свои военные расходы? Может, до тех пор, пока они могут зажать население до того, что если у них даже миллионы людей будут умирать от голода, они все равно будут наращивать свою военную машину. Значит, позволить или не позволить – это вопрос не только экономической арифметики или бюджета. Это также вопрос того, как работает пропагандная машина и, прежде всего, как работает машина репрессивная, машина террора. Значит, в России сейчас такой системы, которая была в Советском Союзе, нет.
И, соответственно, они должны отзываться каким-то образом на настроение общественного мнения, и существуют все-таки какие-то определенные обязательства, бюджетные обязательства перед населением. Поэтому их возможности бюджетные довольно-таки ограничены. И, опять же, связаны с мировыми ценами на природные ресурсы. И сейчас там осталось что-то не более 90 миллиардов долларов в стабилизационных фондах. Половину стабилизационных фондов они уже за последнее время потратили. Их платежи по внешним долгам на 2014 год, как раз когда совпало с санкциями, они должны были на половину заплатить, а сейчас они считают, что в умеренном виде они могут действительно продолжать свою агрессивную и антитеррористическую политику. Юрий Ромагаев, считается, что оригинальная холодная война, гонка вооружений подорвала Советский Союз, вынудила его пойти на попятный в противостоянии с США, хотя, правда, есть и другие точки зрения на этот счет. Но вот такая параллель между этой малой, как называет ее наш собеседник, холодной войны, стой. Корректно? Безусловно, любая авантюра стоит очень дорого, и при слабой экономике. Сейчас у России, на самом деле, относительно Советского Союза сильнее экономика, потому что там уже нет коммунизма, а экономика всегда уже лучше. Но, безусловно, непропорциональная внешняя политика, которая не соответствует уровню этой экономики, она эту экономику подрывает. Как Михаил совершенно правильно говорил, что это баланс между абсолютной экономическим исчислением, количеством денег и настроением населения, которое готово принять или не принять какой-то уровень бедности в стране. И в этом смысле у Путина возможности очень слабые, потому что население уже привыкло жить гораздо лучше, они уже не так боятся, и надежда на то, что они будут терпеть очень долго и много, особо нет. И ему с этим приходится считаться. Второе, с чем он придется считаться, потому что, как я говорю, он блефует. Он играет против Запада. Дело в том, он это делает не случайно, просто политика Обамы это спровоцировало в большой степени, потому что Обама как бы показал, что Америка слаба, и ее запугивать и блефовать. И Путин как бы вошел в раж и продолжает это делать. Америка изменилась, и этот блеф тоже закончится. Так что это действительно совокупность экономических, психологических, социологических вещей, и перспективы этой политики далекой я не вижу в данной ситуации. И я согласен с Михаилом, что это напоминает в какой-то степени ААС. Это группа людей, это в данном случае мы говорим просто о КГБ, и это не один Путин, а целая группа людей, которая пришла к власти неожиданно для самих себя, между прочим, которая ничего другого не знает и которая пытается реализовать эту вещь. И одним из мотивов, которым они руководствуются, это восстановление былой якобы славы Советского Союза, а для Путина это приобретение его новой славы, причем любыми способами, да лишь бы его заметили. И этим он напоминает мне Мишу Кульдарова из чеховского рассказа «Радость», который вообще был в счастье от того, что о нем напечатали в газете, когда он напился пьяным и попал под лошадь. И этот элемент, к сожалению, в российской политике присутствует, когда они из кожи лезут вон, чтобы в любом случае их заметили и признали, потому что они до этого сильно забыли. Но это все оборвется, это совершенно бесперспективная политика. Юрий, есть американские историки, которые оспаривают общепринятую точку зрения, что США одержали верх в холодной войне. Они скажут вам, что конец той войне наступил, потому что у власти в Советском Союзе оказался разумный лидер Михаил Горбачев, который разорвал путы идеологии, отказался от противостояния, и в результате победили все. В холодной войне демократия одержала абсолютную победу над советским коммунизмом, который просто потерпел крах и распался, исчез. То есть победителем в холодной войне оказалась демократия, а коммунизм проигравший. А что касается стран, то в результате все оказались в выигрыше. И в первую очередь Россия, даже в большей степени, чем Америка.
Потому что коммунизм, если кому-то хуже всего делают, то это в первую очередь России, другим республикам и, соответственно, частям Восточной империи. Америке тоже стало лучше жить без советского коммунизма, но в первую очередь от этого стало гораздо лучше жить российским людям. Поэтому, что касается стран, то они все выиграли. Что касается идеологии, то была абсолютная, безусловная победа демократии над коммунизмом. Если мы все не признаем наличие малой холодной войны, возьметесь предсказать, как она закончится? Я думаю, что ее нельзя, вот то, что может быть, в чем мы с Михаилом немножко расходимся, хотя я в этом не уверен. Я думаю, что ее нельзя рассматривать вне контекста более широкой идеологической войны, в которой по-прежнему участвуют недобитый китайский и корейский коммунизм и иранский джихадизм. И я думаю, что это закончится поражением этих обеих тоталитарных идеологий. И Россия как бы тут заодно, вот все те идеологические претензии, и в том числе этот российский ОАС, как его обозвал Михаил, а именно вот эта КГБшная клика, она слетит. А как бы Россия от этого станет в конечном итоге лучше, хотя ей придется платить дополнительную цену за то, что она соучаствовала вот во всех этих войнах и преступлениях вместе с самыми отъявленными идеологическими режимами. Но главное, и уже теперь, я думаю, единственная мотивация у Путина, и не только у него, а у окружающей его вот этой клики, бывшего КГБ, каких-то олигархов и так далее, это просто сохранить свою власть любой ценой. И все, что они делают только для этой цели. И в этом смысле они действуют последовательно и логично, потому что они, может быть, действительно на какое-то время такими действиями свою власть могут продлить. Единственное, что важно, что с каждым таким шагом их интересы продления власти и интересы России, которые они правят, все больше и больше расходятся. И именно это в конечном итоге их и достанет. Профессор Бернштам, что нам в этой истории говорить по поводу такого явления, как нынешнее российское руководство и его будущего? Это последние солдаты бывшей империи. Это похоже на ОАС. Это напоминает как раз ситуацию во Франции в 61-62 году. Группа офицеров и разведчиков из бывшей империи, которые никак не могут смириться с тем, что этой империи нет и никогда не будет уже, и верят в какое-то ее возрождение, и предпринимают все более и более агрессивные, насильственные, авантюристические действия. Это вот такая вот группа последних солдат империи. Пока она есть, они будут действовать вот этим образом. Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремлевские офицеры пропавшей империи, ли Кремль малую холодную войну с Западом? Ввязалась ли Москва в губительный для себя обмен санкциями? В передаче участвовали сотрудники Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, экономист Михаил Бернштам и правозащитник Юрий Ермогаев. Вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Инфляция в России. Санкциями и урожаем. Рост потребительских цен в России, резко замедлившийся в первые месяцы года, затем вновь немного ускорился. Однако к августу это ускорилось. В історичних документах
як Узениця, має 13 тисяч мешканців і знаходиться на відстані від Києва 99 кілометрів. І у цьому місті слухають Радіо Київ. Київщина слухає Київ 98 FM. Pode entrar aí, tuba! Mm-hmm.
Cadê o Osmigão pra botar o DJ Wagner aí pra qualificar a festa? Bıraktı falan ya.
Facebook. Olduğu zaman yani dolanmadığım zaman olmuyor. Ben de oraya gireyim, ben sizi orada bekleyelim ben arkadaşlar. İsmail. Tamam. Gelin gelin. Geçtim şu kadar. Tamam. Böyle bir yıldır çıkarttı ki başıma aldı. Mana.
якщо вже встане до нього, кажеш. Ще десь чути. Bak 52 report lane abi. Dorsey'i indirmiş şeyde bekliyor. Tünelin içinde.